Всем привет! Сегодня вещаю для вас из аула Фипсип. Проводил сегодня здесь исследование по вопросу языка, по вопросу культов некоторых. И хочу поделиться с вами просто, наверное, информацией о том, что такое Фипсип, что здесь интересненького есть. В общем, да, такая история. И, ну, что хочется сказать в первую очередь. Немножко об ауле Фипсип. Итак, юго-западу от Краснодара, примерно в получасе езды, 30 минут, недалеко. Как вы понимаете, название Фипсип устья реки Афипс. Вот, находится он действительно там, где сливается Афипс, впадает в реку Кубани. Вот на этом промежутке находится этот аул. Появился он в современном виде своем в 1864 году. И здесь живут адыги-шапсуги. Ну, точнее, не в 64-м, а после войны, после Кавказской войны, в 64-м году, когда многие шапсуги, адыги-шапсуги северных склонов северо-западного Кавказа были селены сюда властями. Из тех, кто остался, кто выжил, кто остался, не ушел в изгнание, вот, в мухаджирство. И вот так появился Фипсип на этих таких вот таких равнинных землях при реке Кубань. Это сейчас главное сельское поселение вот этого района, внутри Токтамукайского района, в которое входят 4 аула, в которых живут вот как раз северных склонов адыги-шапсуги. Такие родственники шапсугов, адыгов, которые на побережье сегодня в Сочинском и Туапсинском районе живут. Такая краткая такая информация об этом ауле. Что примечательно, здесь, конечно, именно из этого аула таких выходцев ярких нет, кроме современных, я имею в виду из старых нет, а современные есть. Это здесь много лет жизни провел, и родственники отсюда происходили, в том числе президента Адыгеи Хазрета Савмена, который здесь содержит фонд и спонсирует очень сильно этот аул собственными средствами, поэтому здесь очень хорошая больница, здесь очень хорошая школа, центр национальных культур. В общем, благодаря ему он платит какие-то там премиальные всем местным там, учителям, работникам культуры и так далее. То есть его здесь очень любят, ну и действительно есть за что. Да, давайте немножко посмотрим, собственно говоря, что тут еще интересного есть. Ну, в первую очередь, это, конечно, памятники. Смотрите, Сейчас за моей спиной, вот он, памятник Казбичу. Видите, на лошади там, да? Мужчина на лошади. Вот это тот самый Казбич, исторический персонаж, герой Кавказской войны из адыгов, который стал прообразом в рассказах у Лермонтова. И вот этот вот памятник воссоздан на частной земле по рисункам Джеймса Белла, англичанина, который был на побережье и лично видел его в годы Кавказской войны. Вот такая площадка со сквером, который проспонсировал дальше за памятником, там парк небольшой, но его проспонсировал лично Хазрет Савмен за свои средства, ну, чтобы у жителей была возможность отдыхать здесь, ходить такой с мостиком красивый. А сейчас мы немножко пройдемся чуть дальше, я еще вот расскажу про одну фигуру яркую. Что еще интересное? Значит, что удалось узнать? Ну, по языковому вопросу здесь, в принципе, все более-менее понятно. С языком сейчас проблемы есть у младшего поколения. Говорят на русском, потому что на русском проще говорить. Но есть, я заметил, есть рост осознанности того, что это проблема, что ее нужно как-то решать. И действительно есть интерес к изучению языка, к его поддержке у молодежи, что, ну, на самом деле внушает доверие. Сзади сейчас, вот за моей спиной, Дом культуры. Перед ним памятник, как видите. Это памятник Шахангирею Хакурата, основателю, лоббисту, по сути дела, Адыгейской автономной области, первому председателю, который, в общем-то, все свои старания потратил на то, чтобы сделать лучше жизнь адыгов. Шахангирей Хакурата происходил, конечно, не отсюда, не за Фипсипа, но он сам родом из аула Хаштук, который тут недалеко. Там тоже есть ему памятник, ну а здесь просто центр. Здесь первый памятник появился, здесь центр, короче, такой этой территории. Ну, как бы это вот сельских поселений шапсугских, и сам он был шапсугом, адыгом. Поэтому вот здесь вот такой памятничек стоит сегодня. Ну вот сейчас я гуляю здесь по скверику, можете посмотреть, да? Видите, какой красивый сквер. На деньги Хазрет Савмен построили в Фипсипе.
Здесь глава молодец, на самом деле. Молодой такой довольно активный глава, который поддерживает хорошо проект и старается ухаживать за этой территорией. Поэтому в каком-то смысле Афипсип очень везет и на частном спонсоров, и на управленческие кадры, да, на главу. Мы сюда даже вот туристов, я лично вожу периодически сюда туристов, в Центре национальной культуры, показываю музей классный здесь достаточно, в школе музей, вот школа как раз за моей спиной, сейчас там вот здание дальше, там школа. Кстати, интересная история, за школой находится, давайте сейчас пройду, за школой находится памятник, точнее не памятник, а памятное место, топонимически интересное. Там находится сейчас поле большое такое, и вот местные жители, в общем-то, никаких ритуалов сейчас особо не знают уже традиционных. Ну, точнее, молодежь не знает, кое-кто из старшего поколения знает, и они там пытаются их реконструировать сейчас в Центре национальных культур, в театральной постановке, ну и хотят вживую попробовать реконструировать. Ну, это классические хансегуаши, видение вот этой княгини-куклы, там, которая чучело такое, которое топит в воде, обливает водой, чтобы вызвать дождь. Ну и разного рода еще там, связанные с ребенком, с выбором профессии, разного рода ритуалы старинные. А вот там было поле, на котором проводились такого рода обряды. Например, Тхатлео проводился, когда обращались к Богу с какими-то просьбами, завязали бычка или барашка там и варили и раздавали бедным семьям. И вот, оказывается, такие ритуалы на этом поле за школой происходили. И это конкретно поле специально для ритуалов. Это такое сакральное место, скажем, да. И удивительно, что да, память об этом сохраняется на самом деле. То есть еще лет 10-20 назад все это было. Вот он за мной, за моей спиной Казбич. Вот, можете посмотреть. В принципе, очень хорошо исполнена культура. Тут можно сказать спасибо Газию Чимсо, бывшему министру культуры Адыгеи. Дважды, по-моему, даже. И который, собственно говоря, вот на собственном участке за свои деньги этот памятник открыл. Его долго не хотели презентовать, открывать, боялись каких-то вопросов, связанных с... Ну, понимаете, Кавказская война, сложности, как бы могут быть конфликты, проблемы. Ну, вроде бы обошлось все. Открыли его в итоге, поставили памятник. Здесь внизу две надписи, как видите. Здесь Тугужука, Шеджетлука, Казбеч на адыгском, на русском. В общем... такая вот история, да. И что еще можно сказать? Вот посмотрите сейчас за мою спиной, вот там вдалеке это Центр национальных культур, здесь вблизи, да, а за ним торчит он здание далеко. Это вот как раз большой, красивый и мощный медицинский центр, которым могут позавидовать даже в Краснодаре. Это вот Совмен построил, и здесь лечатся местные жители. В общем-то, неплохо достаточно лечится по многим статьям. Так что вот такая история с Афипсипом. Вкратце вам рассказал. Ну, а более подробно по исследованиям буду делиться в своем телеграме записки полевого этнографа. Туда приходите. Все, всем пока, рад был видеть. Ну и не забывайте делать еще донаты. Внизу ссылочки под этим видео есть. Буду благодарен за поддержку. Делитесь. Пока.